Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Житковичском районе в ДТП погиб пассажир микроавтобуса. 11 января около 16:00 на автодороге Житковичи-Давидгородок, границы Украины, 47-летний водитель потерял контроль над управлением автомобиля Ford Transit и совершил столкновение с автомобилем МАЗ. Грузовик двигался в попутном направлении. В результате ДТП 50-летний пассажир Ford Transit скончался на месте происшествия, а водитель микроавтобуса с травмами доставлен в больницу. В Кармянском районе при попытке самостоятельного тушения возгорания автомобиля мужчина получил ожоги. Утром 11 января спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Хизов. Воспламенился легковой автомобиль. Peugeot 605 1997 года выпуска сумели потушить местные жители до прибытия подразделений МЧС. Огнем поврежден салон и моторный отсек. Хозяин автомобиля 1967 года рождения с ожогами тела доставлен в райбольницу каретой скорой помощи. Пожар мог произойти из-за неполадок в электрооборудовании автомобиля. В Гомеле несколько домов остались без отопления и холодного водоснабжения. Правда, ненадолго. Утром 11 января поступило сообщение о порыве трубопровода теплоснабжения на улице Севастопольской. Без тепла остались 3 многоквартирных жилых дома. Аварийная бригада Гомель-облтеплосети через 2 часа поломку устранила. В 8 вечера поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения по улице Ильича. 10 многоквартирных жилых домов некоторое время были без воды. Здесь сработала аварийная бригада водоканала. Через час с небольшим воду подали потребителям. В обоих случаях причина порыва – естественный износ трубопроводов, сообщает сайт МЧС. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.